Привет! С вами снова Дмитрий Кузьменко из компании Strategic Music. Как вы можете убедиться, работа над озвучанием Dota 2 идет полным ходом. Сейчас к нам в студию придет замечательная актриса, которая озвучит очень интересного персонажа. Ну а вы не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте, участвуйте в голосованиях, в обсуждениях, и вместе с вами мы создадим самое лучшее русское звучание для Dota 2. Но мне пора за работу. Счастливо! Привет! Меня зовут Виноградова Наталья, и сейчас я буду озвучивать персонаж, которого зовут Энча. Вот такая красавица. Весна священная началась! Алле, оп! Попробуй догони! Вот ты где! Этот лут для Лани. Руна у меня. Ой-ой-ой, ты все-таки из смертных. Сила исцеления! Сколько кинжалов ты видишь? Мои пятнышки темнеют! Зверство! Ты в порядке? Прыг-скок, перескок? Нет маны. Жестокость! Моргну и привет. Это цель? А ну-ка, тормозни. Добрый вечер. Смерть видит всех, кроме Рики. Давай! Прыг, скок, скок. Не убегай далеко. Пошел, Кош! Это расстраивает. Лапа хладная, Рошан ждет. Здесь моя делянка. Без угрызений. Силы света вырубили Рошана. А в небе, лучик сережкой вдев в ушко, звезда, как я красивая. Правда здорово? Твоя жизнь закрылась. Это будет забавно. Силы света победили. Да, да, да! И вы слезки утерли и улыбаются.